Порезал палец, грибы резал, в декатлоне нож купил, не ожидал, что он такой острый. За нож рад, за палец не очень. Обалденно. Кабачок, чеснок, шампиньоны, немножко перчика и сверху сыра. Посуду мыть я не люблю. О, как точно я прогорела. Наперед знал, что одной мало будет. О. Пойду лейкопластырь покупать. Пачку тут все. Видите, какая чистая вода. Все, что прозрачно, это чистая вода. Если все белое, это уже грязь. Сначала замораживается грязь, а потом вода. Это чисто видно, очень хорошо.
Первый зонтик в жизни купил только тогда, когда начал жить в палатке. Чтобы мокрым не проходить в палатку, сушить негде. Но на самом деле я попользовался им 2 раза. Зачем люди покупают зонтики, я не понимаю, живя в квартире. Это первый зонтик в моей жизни, и он мне не нужен. Но так как он первый, я его оставлю, чтобы не покупать второй. Барахло, в общем, не нужно. Машину будет, потом закину.